известный писатель и маг Всеслав Соло. Вы можете научиться. Выходы в астрал, магические операции, материализация любимого человека, энергетические тайны денег, реализация желаний, магические... Известный писатель и маг Всеслав Соло. Вы можете научиться. Выходы в астрал, магические операции, материализация любимого человека, энергетические тайны денег, реализация желаний, магическое управление своей жизнью. Я приветствую всех телезрителей нашего телевизионного канала NEVS TV. Я... ведущий этой передачи Всеслав Соло, предлагаю вам ныне окунуться в очень интересную тему. Тема наших перспектив цивилизации всего человечества. Тема необычная, уникальная, касающаяся каждого землянина, живущего на нашей планете. В общем-то, квантовый переход – человечество, можно задать такой вопрос, и ответить: новая эра всемирного сознания. Вот как можно ответить. Потому что, ну, просто квантовый переход, ну и квантовый переход. Ну, мало ли, какие квантовые переходы могут быть. Нужна конкретика, нужно знать, что делать, как действовать, что к чему и для чего, и почему, и как приведет. И вот сегодня это мы как раз с вами в передаче и разберем. Всеслав Маркович, добрый день. Скажите, пожалуйста, сейчас наступила новая эра. Чем она отличается от старой и что ждет людей в новой эре? Вообще-то новая эра, так называемая, да, всемирного сознания, она должна была наступить еще в 2001 году. Но если вспомнить историю, не так уж давно прошедшую, да, 14 лет назад, то вы помните, кто немножко постарше, чем 14 лет, там, ну, скажем, 20, 25, 30, да, ему сегодня, он помнит, что все компьютеры на Земле отказались показывать 2001 год. То есть они все были готовы показать первый год. То есть 2000 обрубались, и все компьютеры были приготовлены показать первый год. Но, увы, человечество на то время не услышало мой голос. Он был, я везде заявлял об этом, но аудитория у меня не была столь широкая, чтобы меня поняли и проследовали по тому материалу, который я предлагал на то время. Вот смотрите, как интересно получается. То есть сама судьба человечества не хотела принимать 2001 год. Я везде писал, помню, в книгах даже, что 2001 год не должен наступить, а должен был наступить первый год новой эры. Первый год новой эры. Все было готово к этому. Вся карма Земли, судьба ее была на это расположена, но нет же, выделили огромное количество денег для того, чтобы погасить это все и продлить 2000-й на 2001-й и так далее. И сегодня мы находимся в 2014-м, но вы, наверное, заметили, что находимся как-то не так, как хотелось бы. Ну, об этом чуть позже. Дело в том, что... давно уже как бы человечество готовилось к так называемому квантовому переходу, но толком действительно, напоминаю еще раз, не знало, что это такое, не могло объяснить. Хотя все потирали руки и думали, вот манна небесная сверху, сам квантовый переход придет, за шкирку всех возьмет, и кто готов, туда переставить, кто не готов – куда-то выбросить на материал. Ну, смешно, конечно. Ведь не бывает ничего просто так. Надо потрудиться, надо поработать, надо знать, да, все последовательности. А как вы хотели? Ну, вот сейчас мы будем в этой передаче разбираться. Во многом, во всяком случае. Может, не во всех подробностях, но во многих. Значит, что получается? Когда я пришел
как учитель на Землю, да, то есть имеется в виду, я жил обычной жизнью, казалось бы, хотя я 6 лет занимался магией, да, и сознанием человека, и только об этом, говорится, и думал, и мечтал, и развивал себя в этом направлении. Но потом случилась, значит, перестройка так называемая, и я стал преподавать то, что я знал, и то, что я умел. Я стал преподавать это. И когда я начал это делать, преподавать, я заявил честно и открыто, что я пришел растворить Землю. Опа! Скажите, это что-то новенькое. Как это растворить? Что, как порошок стиральный, что ли, в воде? Вы знаете, ну не совсем так, конечно же. Но сейчас постараюсь пояснить, что я имел в виду. И, конечно же, я и на то время также все рассказывал своим соученикам, слушателям, которые меня осознавали и принимали. Да. Что я говорил им? Я говорил следующее, что да, растворить, но не как сахар в стакане. Мы живем с вами в мире грубых форм, в мире физики, в мире конкретных адресов, в мире относительности, где конкретные адреса относятся друг к другу, и отсюда является скорость, да? Скорость перемещения этих адресов. Но чтобы изменить форму адреса, нужно что? Да? Применить какие-то физические влияния, воздействия. Это, если это металл, то переплавить его нужно, или ковать, или нужно сплющивать, или нужно его точить, или еще обрабатывать как-то кислотами и так далее. Если это пластик, то отдельный разговор, стекло также. То есть любые формы, чтобы менять, строить здание там, и так далее, необходимо также примитивно брать физические технологии и применять их. То есть везде вот эта грубая физика. Я же сказал, я пришел растворить Землю. Что я имел в виду? Я имел в виду, что наступит состояние, такая атмосфера во всем мире, когда все человечество и вся Земля и все ее предметы будут существовать астрально-ментально. Вернее, извините, астрально-физически. Но ментально они всегда будут на своем месте. Астрально-физически. То есть при помощи такого развития, такого состояния, при помощи этого квантового перехода в полуастральное состояние, человечество сможет уже при помощи мыслей, чувств менять любые формы, метаморфозить мир вокруг, менять формы своего тела, просто подумавши об этом, менять формы органов там, или излечивать их, да, менять на расстоянии, на любом, хоть звезды, хоть галактики, хоть рисунки. Ну, вообще, на все можно будет влиять. Вот это я имел в виду. И самое интересное, что в особых состояниях, у меня есть такие понятия, как этапы посвящения, да, в моем учении, в логике предметно-беспредметных островов. И вот там один из этапов посвящения подразумевает раздвижение головы. Ну, кто будет у меня заниматься, он все это поймет, да? И вот во время раздвижения головы я рекомендовал всегда своим соученикам что-то поменять. И вот мои соученики, они меняли разные конфигурации вокруг себя предметов. Ну, допустим, вот одна ученица, помню, из Ростова-на-Дону, она, у нее много очень было картин, художественных картин дома висело, и достаточно дорогих, она была коллекционер частный. И она во время вот этого раздвижения головы своего, когда вышла на этот этап посвящения в моем учении, вдруг поменяла размеры картин, всех, о которых знают даже каталоги. Да? И вот к ней друзья стали приходить и удивляться. Надо же, а как же это случилось? То есть, понимаете, мои соученики уже эпизодически на какие-то фрагменты способны влиять на изменение форм вокруг нас. Понимаете? Но это пока фрагменты, конечно же. Почему? Потому что нужна единая сцепка. Все должно стать единым. Понимаете? Вот новая эра. Вот смотрите, новая эра. Она же подчеркнута даже в названии нашего канала телевизионного. NEFS TV. Новая эра, расшифровывая название, всемирного сознания. Новая эра всемирного сознания, NEFS TV, наш канал
видите, его аббревиатура указывает на вот эту шапочку, да, на эту шапку, пока для многих в мире невидимку. Но она скоро станет всем к лицу и всем нужна и необходима, и понятна. Значит, новая эра – это эра сознания человека, эра всемирного сознания. Сейчас идет четвертый уже год этой эры, потому что в ней летоисчисление должно быть и есть 1:4. Смотрите нашу 22-ю передачу канала на этот счет, и вы многое поймете. Она так и называется «Живи 1:4». Как стать бессмертным? Живи 1:4. 22-я передача. Посмотрите ее обязательно. Так вот, получается, сейчас идет 1:4, то 14-й год, да, 2014 год, 12 лет это 3 года, и 2 года, получается, 4-го года. То есть 3,5 года прошло новой эры всемирного сознания. Человечество пока об этом еще не очень догадывается. Но дело в том, что мне пришлось, не то чтобы насилие применить, но кое-какие, да, в общем-то, воздействия проявить на физическом плане. Новая эра подразумевает отсутствие разнополых климатов на Земле. То есть она подразумевает единый гармоничный климат на всей планете. И в 2002 году, на второй год этой эры, я расставил по всему миру своеобразные энергетические пирамиды, как я сказал тогда, на растопку климата на Земле. С этого момента пошло дичайшее потепление по всей планете. Но не пугайтесь, еще раз подчеркиваю, это не потепление климата, которое чревато смертельным исходом, хотя и попугать немножко нужно человечество, чтобы все-таки почесало затылок и развернулось лицом к новой эре, да, к друг другу. Вот. Но все-таки главная задача была расстановка этих энергетических пирамид, чтобы сделать однополым, да, единым климат на всей планете. Ну, согласитесь, что для нашего физического тела мороз, зима или супержара – это смертельность, правильно? Это смерть. Поэтому для нас нужен какой-то средний климат, когда мы сможем абсолютно нагишом ходить по планете. Нет, я не говорю, что все будут ходить нагишом. Я имею в виду, что не погибнет человек, если он разденется. Да? Он может жить и нагишом. То есть это вот наша будет среда такая. Да? Конечно, мы будем жить одетыми там, и раздетыми. Это уж решит социум чуть попозже, как что будет. Но самое главное, что на всей планете уравновесится климат. Поэтому не пугайтесь. Никакого потепления смертельного не наступит. Это я вам гарантирую. Вот. Дальше смотрим. Значит, естественно, получается 1:4 в новой эре жизнь идет, да? То есть человек будет жить не 100 лет, а 400 лет уже. 400 лет. Идите за мной, идите к нам, за нами, за моими соучениками, и вы будете жить 400 лет. Это абсолютная правда. Смотрите передачи, и вы увидите, уже некоторые сняты, отсмотрите их, и 1:4 посмотрите, и вы уже многое поймете. Вот. И климат станет единым на Земле, плюс астрально-физическое существование человечества, да, уже почувствовали на запах само состояние этой новой эры, да? Но это еще не все. Что значит сознание? Это значит, что на Земле должна прийти, на Землю, точнее, должна прийти единая идеология. Если хотите, единая религия. Единое видение мироздания. Границы между странами должны исчезнуть. Национальности будут отменены. Просто сами люди не захотят о них даже думать. Сексуальные предпочтения будут совершенно любые и никаких наказаний, кроме убийств, да, и насилий. Но я сейчас чуть попозже объясню, что и они тоже исчезнут. Ни убийств, ни грабежей, ни насилия, ничего не будет. Вы скажете, ой, сказка какая, ой, морковка ослиная. Да нет, вы сейчас убедитесь, что это не сказка, не ослиная морковка. Это абсолютная реальность. Да-да, абсолютная реальность. Я сейчас вас в этом идеологически и логически
Постараюсь убедить. А точнее, обязательно вы убедитесь. Итак, смотрим дальше. Значит, что получается, да? Сексуальные предпочтения любые. Все люди Земли заговорят на едином языке. Это будет русский язык. Ну, а что здесь такого? Россия даст миру это видение. Значит, на русском все и заговорят. Хотя и местные языки в какой-то мере сохранятся, но лишь на какое-то время. Люди сами потом уйдут от них, потому что русский язык вообще-то он будет главным, потому что он базируется на гиперборейских еще началах, понимаете. И потом вы сами поймете, что это неисчерпаемый, глобальный и самый главный язык на Земле, от которого вообще-то пошли распространяться все остальные языки, многие другие. Но я сейчас не хочу никого убеждать, совершенно нет. Это не поза гордыни российская, нет. Вы сами захотите жить с Россией, захотите жить в едином мире. Вам самим это понравится. И это не противоречит ничему. Я помню, выступал в Таджикистане, вел занятия. А потом мы сняли в ресторане несколько столиков, мои соученики, но не для того, чтобы там выпивать, а просто все принесли свои пироги из дому, которые испекли, да, торты там и так далее. И мы просто отмечали мой уезд из окончания занятий. Но мы же разговаривали друг с другом, и ресторан прислушивался, о чем мы там говорим. И один, помню, таджик встал там в далеком углу и кричит на весь ресторан, а все замерли. «Можно вам задать вопрос?» Я говорю, «Задавайте». А мои соученики, «Ну, нам хочется с вами поговорить, ну что он мешает?» Я говорю, «Пускай спрашивает». Он начал у меня спрашивать, один, другой, третий вопрос. Я ему через весь ресторан громко отвечаю, и через 5 минут или 7 нашего разговора такого, под притихший весь ресторан, вдруг этот таджик, настоящий мусульманин, кричит, громогласно кричит, «Я вам верю! Где вы в Москве преподаете? Я хочу у вас заниматься!» Понимаете, вот то, что я преподаю, наше учение, да, логика предметно-беспредметных островов, не противоречит ни одной религии на Земле, совершенно ни одной науке на Земле. Наоборот, стремится все объединить в себе и объяснить. Все стремится объединить в себе и объяснить. Вот главный постулат этого учения. И я привел этот пример с таджиком, мусульманином, не для того, чтобы как-то перед вами порисоваться в позе в гордынской, а для того, чтобы вы почувствовали вот этот аромат приближающегося в вашу жизнь, входящего нового совершенно представления о всем, что только вы знали и есть на этом свете. Значит, получается, упор в развитии цивилизации в новой эре, возвращаясь к этому объяснению, да, будет сделан на освоение человеком собственных возможностей сознания. То есть это будет главный упор. Вот самый главный упор. Вот Велини спрашивает у меня, новая эра чем будет отличаться от старой эры, от прежней эры, да? Я вот скажу так, что старая эра, так называемая наша эра, да, она исчерпала себя. Устарела и вести способно человечество только к гибели. Вы уже сами в этом убедились. Она характеризуется сплошным потоком разделений и совершенно во всем. То есть, смотрите, что сейчас творится, да? Разделение в религиях, разделение в языках, разделение в национальностях, разделение в границах, разделение просто в мировоззрениях, да? Разделение в вооружениях, разделение во всем, буквально, куда ни ткни пальцем, везде, Господи, разделение, что творится-то на Земле? Эта эра исчерпала себя. Чем больше разделений, тем больше дробления и гибели, непонятности, шороха, ни о чем. Новая эра призвана не к разделению, а к объединению всего человечества. Вы же слышали, я перечислял, и границы должны уйти, и на одном языке должны заговорить, и видение одно должно быть на Земле, религия, да? Все должно быть, наоборот, единое. Вот разница, главная разница. Ну, конечно же, и разница и в том, что это будет астрально-предметное существование, квантовый переход, да, человечества. А был физически обычный, и я уже пояснял, какой именно.
Что интересно, маленький перепадик сделаю в объяснениях. Вот мы смотрим на звезды и мечтаем, да, с детства. Вот упала звезда, надо загадать желание. А вон там Альфа Кассиопеи, да? А вот там вот Большая Медведица, а вот тут созвездие Дельфинчика, ну и так далее и тому подобное. А я вам скажу, что вот все, что вы видите на так называемом небе, все эти звезды, весь этот космос, он абсолютно иллюзорен. Его не существует! Вы скажете, вы что? Молодой человек, с ума сошли, что ли? Как это не существует? Особенно ученые, да? Ну, вот он реальный, конкретный. Мы туда летали, да? Мы щупали. Вы знаете, щупать можно что угодно. Да? Начиная с женщины, заканчивая поверхность Луны. Но я шучу не для того, чтобы посмеяться, а для того, чтобы вы поняли, что наше ощущение – это еще не факт, что так оно и есть. Понимаете? Дело в том, что этот космос действительно иллюзорен. Мы вообще-то, все человечество, живем внутри Земли. Внутри Земли, да-да, внутри Земли. И наш космос, это небо, оно не настоящее. Я в этом впервые убедился, когда я выскочил на свою планету, высший астрал, что я преподаю на своих занятиях. Вот. То есть вначале идет сжатие космоса, так называемого, вот перед нами, который мы привыкли созерцать. Потом идет резкий скачок, прорыв, будто выходишь из этого космоса, и тогда только попадаешь в настоящий космос. Он совершенно другой, не такой, как мы привыкли созерцать и видеть его. То есть мы живем внутри Земли, нам еще придется, вернее, предстоит выйти в настоящий космос. А как выйти? Только тогда можно туда выйти, когда астральное физическое существование человечества наступит. То есть новая эра, квантовый переход человечества. Вот когда это сбудется. Вот тогда мы увидим настоящими глазами и настоящий космос. А сейчас пока мы живем внутри Земли, как ни страшно. Кстати, Аристотель, еще 4 век до нашей эры, да, великий мудрец, он знал об этом, догадывался. И он еще до Лента Меобиса говорил, что одновременно видение, да, одновременное нахождение и внутри шара, и на его поверхности. То есть Аристотель еще до Лента Меобиса все это знал и объяснял. По крайней мере, интуитивно, но точно чувствовал человек. Значит, получается, в новой эре все будут едино чувствовать друг друга, поясняю дальше, да? И все мироздание будут чувствовать едино. Все будет управляться при помощи мысли и чувств наших. Люди обретут бессмертие. Дети будут рождаться только если кто-то из бессмертных людей пожелает самостоятельно умереть. Ну, а кто ему запретит? Вот он бессмертный, а он больше не хочет существовать. Ну вот, может такое случиться? Может, конечно, вполне. Ну, значит, что-то не понял, что-то недопонял, ну и так далее. Ну, мало ли чего. Вот захотелось ему так. Ну, тогда он будет обязан родить себе подобного, воспитать и тогда уйти. То есть стать человеком, понимаете, да? Это будет не возбраняться. А так дети уже рождаться в новой эре не будут. Не будут, будут жить все бессмертно. Ну, так называемое царствие небесное. Царствие небесное, о котором вот говорилось буквально вот в прошлой передаче, в 23-й передаче. Посмотрите ее. Она так и называлась, царствие небесное. Старая эра, мы о ней сказали, о новой тоже сказали, ну, добавить надо. В новой эре все люди будут объединены в единое сознание, в так называемое, ну, вот кому-то, может, так понятнее, информационное поле. Ну, и они будут способны помогать друг другу, кстати, развивать друг друга на любом расстоянии и в чем угодно совершенно. То есть мы сможем чувствовать друг друга на любом расстоянии и даже помогать друг другу на любом расстоянии. Это будет единая сцепка, представляете, да? Вот огромное количество людей на планете, которые являются единым целым. Кстати, в кинофильме «Аватар» уже это как бы предсказывалось, но на другой планете и с другими конфигурациями отношений. То есть вы уже на запах, люди Земли, должны чувствовать, что нас ожидает, единая сцепка. Вы скажете, ну ладно, он хорошо говорит, но а как это все будет работать в реальности? То есть давай, Всеслав, давай, Соло, но поясни нам,
взбодри нас, да, дай нам возможность пощупать правду твоих слов, ощутить их и хотя бы логически осознать. Ну, я вот сейчас постараюсь это сделать. В новой эре наказания будут идти автоматически, то есть если они будут требоваться, да, исправление. То есть человек что-то не так подумал, не так сделал, да, он будет автоматически наказываться. То есть там практически даже и полиции почти не будет. Ну, за редкими исключениями. В основном будут люди сами наказываться. Скорее будут спасатели кармические, которые будут вызволять из капканов кармы, в которые будут попадать люди наказанные, понимаете? То есть, если все люди Земли будут знать одну и ту же программу, вот сейчас я объясню, наше сознание – это своеобразный компьютер все-таки, да? Ну, согласитесь со мной. Сегодня много говорится о программировании человеческого сознания и так далее, да? Но я вот что вам хочу объяснить. Представьте себе, что все человечество, от мала до велика, да, то есть от самых маленьких людей, детишек, да, до самых пожилых людей на Земле, знают и живут в единой сцепке, в единой религиозной атмосфере, в едином пространстве видения мироздания. Они вот вошли в это состояние и только так и видят. Вот просто программа, все об этом знают. Кто-то, кстати, может, знает, но не хочет так. Кто-то знает и может пытаться лукавить, чтобы обойти, ну и так далее. Но главное, чтобы все знали. То есть программа должна войти в каждое сознание, в каждого человека. Вот главное тут это знать об этом. А как ты относишься, это уж твоя проблема. Главное это, что ты знаешь. Если ты знаешь, ты уже расписался в том, или под тем, что ты уже будешь наказан в случае нарушения этого всего. Вот смотрите, когда вы получаете значит, права на вождение автомобиля, вы же расписываетесь за эти права, да? Или сдаете экзамен, и билеты поднимаете, да, вытаскиваете и отвечаете на вопросы, как нужно правильно и грамотно управлять в соответствии с социумом, с его законами автомобилем. Вы расписались, получили эти права, а потом нарушаете. Потом нарушаете. Ночью едет человек, машин нет, а светофор красный. Он говорит, да ну что я буду стоять, да поехал я. Все равно никто, как говорится, не засечет и не накажет. Раз проехал, два проехал, а потом какая-то проблема ужасная. И чешет затылок, если остался жив, конечно, то и говорит, Господи, за что же мне? А вот за то, что ты проехал ночью на светофор, да? Никто не увидит, никто не узнает, никому не помешал. И еще, третье, десятое, все суммировалось. И вот водители сейчас меня слушают и скажут, Всеслав, руку жмем, ты абсолютно прав. Вот любой водитель сейчас скажет мне, абсолютно, я знаю это наперед. Ну, за исключением новичков, может быть, чайников, да, которые еще не испытали подобных вещей. Но они испытали в других сферах жизни своей деятельности. Так вот, получается, что наши наказания, они накапливаются в любом случае. Они даже сейчас работают и наказывают человека. Любого человека догоняют, да, и называют это правилом бумеранга там, и так далее. И сейчас уже, ой, как все грамотные стали. Значит, получается, если все знают, то даже если ты или человек, да, конкретный какой-то, нарушаешь что-то и никто не видит, но так как ты в единой сцепке всех людей, они все знают об этом, то ты автоматически, то есть этот человек автоматически будет наказываться. Поэтому проехал на красный светофор, и тут же у него что-то случилось уже. Понимаете? Значит, тогда будут какие-то определенные возможности спасать таких людей. Нужно будет какую-то энергию для человечества выброс сделать, чтобы человечеству извинения принести, ну и так далее, и тому подобное. Это отдельные уже разговоры той самой цивилизации, которая вот уже наступает и практически наступила. То есть наказания будут автоматически, и поэтому люди мало будут прибегать к помощи полиции, а скорее будут просто вынуждены даже, да, кто-то, кто не согласен, имеется в виду, вынужден меняться и становиться чище душой, разумом, духом, телом своим. Сейчас практически всеми людьми чувствуется какое-то невидимое напряжение. С одной стороны, возникает чувство страха, переживания, с другой стороны, появляется как бы ожидание нового, какая-то устремленность. Могли бы вы объяснить, с чем связаны такие вот ощущения?
Отвечая на этот вопрос веления, мне хочется сказать следующее. Трудно не согласиться с тем, что каждый человек всегда практически по своей жизни ощущает, когда доска может закончиться, по которой он идет, если доска считается его жизнью. Да? Помните известная присказка? Идет бычок, качается, да? Вот, по доске, и вот-вот он упадет. Да? Доска кончается, и вот-вот он упадет. Значит, дело в том, что это вообще-то такая сказка, присказка для маленьких детей, но очень уж она философская. Мы все люди, да, на Земле идут по своей, каждый человек, доске жизни, да, и она может закончиться внезапно или длинная будет, ну, неважно. Важно другое, что если взять общее наше вот все человечество, да, то у него тоже есть доска, так называемая. И это человечество идет, и оно уже чувствует приближение окончания этой доски. То есть вот весь наш параллельный мир, вот этот, дальше в нашей эре, так называемой, существовать больше не может. Он уже и так 14 лет пережил себя. Дальше он только сворачивается, вы понимаете? С 2000-го, 2001 года вся цивилизация идет на свертку. Уже даже, говорится, Обама и Америка всполошились, что давайте что-нибудь делать с климатом там, и так далее. Все уже с ума сходят, потому что все почувствовали конец, да, горящую задницу. Потому что нужно было в 2001 году еще подумать об этом. Извините за грубое выражение насчет задницы. Но я прав абсолютно. То есть все чувствуют этот запах конца. И вот кого не спроси, все и все вот на стороже, что вот земля и все заканчивается, понимаете? Да потому что оно закончилось еще 14 лет назад. Потому что мы живем в какой-то уже дурацкой атмосфере, свертки, все сворачивается, понимаете? Надо срочно, да, все вот это изменить. Поэтому все люди это чувствуют. Это сегодня вот везде об этом расстрещали не только папарацци, да, не только вся пресса там гудит об этом, и телевидение там, и все остальное, да. Но и все люди уже перешептываются, и даже в полный голос об этом говорят, и даже уже устали где-то говорить, и как бы даже сложили ручки, да, крылья. То есть все готовы уже погибнуть. Гуляй, не хочу. Вы понимаете, что творится в человечестве? Конечно же, все это ощущают. Конечно же, понимают, что какой-то край, конец. То есть, сколь веревочки не виться, все равно конец будет. То есть, невозможно жить так дальше. Невозможно вырубать леса. Невозможно курить на всю планету. Все курят. Посмотрите, что творится-то. А? Сколько дыма выпускается курильщиками на планете ежесуточно. То там с ума сойти можно. Это огромнейшее количество сигарет. А ведь в сигарете 16 видов наркотиков, кроме никотина. 600 компонентов в каждой сигарете разных примочек, включая даже растворитель, усвоитель никотина там и так далее. Все это выдыхается в атмосферу. По тротуару идешь, невозможно пройти, особенно в больших городах, в Москве. Идешь, а все курят, и ты уже накурился. Тебя заставляют травиться все. Вот за это нужно в тюрьму уже сажать. На каком основании людей травят? Идет он и курит, а сзади и дети, и женщины, а они вынуждены дышать этой гадостью, понимаете? А он балдеет, а остальных травит. Где совесть элементарная? Так люди уже все с ума сошли, понимаете? Такого никогда не было. Кто-то пьет с утра до вечера, кто-то курит, кто-то наркотики, спайсы, еще что-то. Посмотрите, что делается в человечестве. Оно с ума сошло уже, понимаете? Конечно, вот эти ощущения все будут. Смена должна быть, все должно резко и кардинально и быстро поменяться, иначе все погибнут. Земля может погибнуть, еще раз подчеркиваю. Несмотря на все мои старания, старания моих соучеников, Земля может погибнуть. Не перейти квантово никуда. Одумайтесь. В вашем четвертом романе «Астральное тело. Император или по следам созерцателя» опубликован манифест, в котором сказано, что сейчас ожидается приход Всевышнего на Землю. Могли бы вы сказать, каким он будет, этот приход Всевышнего? Да, действительно, в моем арсенале творчества существует написанный роман «Император или по следам созерцателя», в котором опубликован реальный манифест от лица Всевышнего, который пришел ко мне свыше во время работы над этим произведением.
Ну, я уже немножечко в других передачах объяснял, как писался роман. Это отдельный разговор. Вот. А сегодня я скажу вот что. Спрашивает Велини, как, каким это будет приход. Ну, по времени знают все, кто читал роман, а его пока мало кто читал. Вот. Ну, это не пройдет и 9 лет, как сказано в манифесте, и Всевышний явится на землю. Прошло уже 2 года. Почти 2. Со дня опубликования, значит, романа. В этом ноябре будет 2. В этом ноябре этого 2014 года. А еще, ну, максимум 7 лет, да, впереди. То есть это где-то, да, 21 год. Как он придет? Вот понимаете, если брать библейский, да, то там написано, что вот прокатится там сверх какой-то там человек там и так далее. И всех ждут, кстати, кого? Христа, да, что придет Христос там и так далее. Христос не придет, нет. Я не хочу никого обижать. Дело в том, что Христос и не говорил, что именно он придет. Он сказал, что я пришел во имя его и не приняли, но придет во имя свое и примите. И вот о нем же он говорил, что когда он придет, этот человек, да, в образе человека, сверхчеловек, он не увидит веры на земле. Вот. Сами посудите. Христос говорил о втором пришествии, согласен, но не о своем. Он же был сын Бога, да? Посланец, великий учитель. Но придет кто? Сам Всевышний. В чье имя он может прийти? Только в свое. А больше в какое еще ему имя приходить? Только в свое имя. Христос пришел подтвердить истину, принести ее, чтобы человечество освоило за определенное количество лет на земле. С точки зрения мироздания и божественного видения, 2000 лет – это пустяк. А Всевышний будет строить Царствие Небесное, на земле строить. А какое оно будет? Это и есть квантовый переход. Это и есть астрально-физическое существование планеты и все остальное, что я сегодня вам рассказывал. Но вы скажете, откуда ты знаешь, что вот Всевышний тебе это наговаривал, что ли? Ну, если я скажу, что да, наговаривал, это что, плохо? Ну, я думаю, что не надо об этом говорить. Я просто знаю об этом, поэтому и говорю об этом так. Как придет Всевышний? Вы знаете, он уже здесь. Он уже среди вас и давно живет, много десятков лет, обычным человеком. Просто вы его не узнаете, вы его не понимаете, вы его не принимаете, иногда даже просто пинаете, прогоняете, оскорбляете и как угодно. Вы этого просто не видите. Но он явится. Он явится. А вот судя по книге, по вот моему роману, там как бы написано, что он со страниц этого романа, то есть со страниц этой книги он выйдет мир наш. А я помню, некоторые религиозные деятели мне говорили, возражали, типа того, Христос, мол, говорил, что если скажут, что я там-то нахожусь, в потаенных комнатах, еще не верьте, там еще что-то. Вы знаете, а я вот не совсем верю этим вот фразам, что если скажут, что я в потаенных... Христос говорил, что не он придет, а придет другой и примите. И тут вдруг он же говорит, что потаенных там я явлюсь. Там, это все приписано уже. Я считаю, что это исторически уже приписано. Это мое личное мнение, и я имею на него право. И не хочу никого оскорблять. Но это приписано, я чувствую это. Это мое ощущение такое, что это нереальные слова Христа. Они как-то подтасованы. Вот это мое личное мнение. Что-то не так. Что-то не так в библейском написании. Не складывается логически. В одном месте Христос говорит, что придет другой, а в этом месте, что он придет. Так кто ж, другой или все-таки Христос? Так понятное дело, что он пришел во имя его, а этот придет во имя свое, значит, Всевышний. Всевышний придет, понимаете? Не Христос. Христос уже был. Он сделал миссию свою, выполнил. И поэтому, когда говорят насчет того, что не верьте вот этому, не верьте вот... Говорят именно, почему так написано, кстати. Для того, чтобы
люди все смеялись и хохотали. Да это не Христос, да это не Христос, да это вот не Всевышний, да нет его, вот он должен по небу пролететь, огнет там. То есть, как написали, так и должны увидеть. Вы знаете, я вам скажу, это специально сделано для того, чтобы люди не поверили в приход Всевышнего, но им придется поверить, иначе они все погибнут. Все человечество может погибнуть, если вы не примете Всевышнего. Все человечество. Раз и навсегда, и безвозвратно, без каких-либо перетасовок и без каких-либо перезагрузок. Я считаю, что время пришло одуматься и посмотреть правде в глаза. Логика. Логика. Не может Христос говорить о том, что придет другой, и тут же, что он еще придет. Вы понимаете или нет? Не может. Двойного не может быть. А может ли случиться такое, что земли вообще не будет? Если да, то скажите, пожалуйста, почему и как это может произойти? Ну, на этот вопрос я практически уже почти ответил, но кое-что здесь подчеркну. Да, может такое случиться, что земли вообще не будет. Вот представьте себе на какое-то мгновение, что вдруг Всевышний, да, пришел и начал взывать к людям, а его не принимают, ждут, когда по небу что-то пролетит, да, что-то еще ожидают, но не принимают его. А он же пришел как человек и не находит веры нигде, да, как говорил Христос. Представьте себе, ведь, как говорится, терпение даже у Бога может закончиться. Он же пришел не для того, чтобы вас всех поменять. Он мог и оттуда, с неба поменять вас без проблем. А он пришел, чтобы вы осознали сами. У вас свободная воля у всех есть. Вы сами должны осознать и принять то, что он принес вам. Понимаете? Вот для чего он пришел. Но если вы не осознаете, то да, земля может погибнуть. Тогда это будет не уравновешивание климата, а действительно реальное потепление и конец земле. Да я скажу, не только Земле вообще-то, ну и Солнечной системе, будет взрыв Солнца тогда и многое другое неприятное. То есть никаких уже перезагрузок не будет. Так что это все может реально случиться. И я не пугаю вас, кстати, я просто предупреждаю, что у человечества выбора нет. Ведь уже 14 лет как сворачивается вся цивилизация, да? Выбора нет. Либо доска заканчивается, и вы погибаете все, или же вы становитесь другими, счастливыми, бессмертными, живущими в Царстве Небесном. Выбор за вами. У вас есть свободная воля. Думайте. Все угрозы, которые сейчас наблюдаются в мировых событиях, войны, природные катаклизмы, болезни, они свидетельствуют про то, что сейчас срочно нужно предпринимать какие-то конкретные действия для того, чтобы исправить эту ситуацию к лучшему. Я так думаю, что спецслужбы, как минимум США, России, Европы, а соответственно и руководители этих стран, они в курсе этих событий и понимают причину, почему это все так происходит и что нужно делать для того, чтобы пошли конкретные позитивные изменения. Но почему-то наблюдается, что они предпочитают подставлять жителей Земли для того, чтобы они страдали, нежели все-таки в жизнь воплощать вот эти вот конкретные позитивные действия. Вот как вы думаете, кому, что и как нужно сейчас срочно менять для того, чтобы эта ситуация изменилась? Ну, отвечая на этот вопрос, длинно не хочу рассказывать все в деталях, но отвечая на него, тут же вспоминается известная сказка Пушкина «Кабы я была царицей», да, и, ну и так далее и тому подобное. Ну, давайте, да, пофантазируем, что ли, да. Вот «Кабы я был главным», да, что бы я сказал людям, что сделать, да. Ну, каждый так может подумать, если у него есть что сказать. У меня кое-что есть, поэтому я думаю, предполагаю, фантазирую. Что бы я сказал прежде всего?
люди, да? Услышьте меня. У вас есть прекрасная возможность понять мир по-другому. Первое. Вот Россия на сегодняшний день, я считаю, уже почти откликнулась. Что она сделала? Ну, пока еще не супер чего, но уже я краем уха услышал, что в Госдуму поступил новый проект закона, который предусматривает мгновенное, просто вот в одной части практически, да, мгновенную регистрацию любой религии, возникшей, открытой новой религии. Это плюс. То есть, пожалуйста, значит, мое учение, да, наше теперь уже учение, можно мгновенно зарегистрировать новые религии, потому что времени осталось совсем мало, и начать что? Распространять срочно. Потому что эта религия не противоречит никому и ничему. Как сказал известный философ Соловьев, 10 выберут одного. Сегодня 9 основных религий на Земле, но будет 10. Давайте откроем 10-ю. Вот она, логика предметно-беспредметных островов. Может, назовем немножко по-другому, но ее срочно нужно внедрять во все человечество. Это вот мое мнение, да, если бы я был главным, что бы я сказал, да. Срочно нужно, чтобы о ней все знали, это раз. Естественно, нужно обучить людей, все человечество, это ликбез, понимаете. Абсолютно все должны знать, пускай на простом, на примитивном языке, на пальцах, но понимать, во что мы теперь входим, куда мы идем, да, срочная вот эта пропаганда, срочное кодирование, да, срочная перемена сознания в каждом человеке, понимаете? И чем дальше, тем больше она должна наступать, и никаких там пределов не должно быть, типа распри с автоматами там еще. Нет, просто информация, 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 еще раз информация, как можно больше по всей планете. И люди тогда уже начнут взаимоподключаться друг к другу. И вот здесь начнутся уже потихонечку поддержки. И границы начнут открываться, вернее. И языки начнут уходить, и единый будет. То есть это очень быстро начнет все меняться. Понимаете, люди захотят жить 400 лет, а не в пределах сотни лет на Земле. И многое другое. То есть нужно срочное распространение всего этого. Срочное, понимаете? Срочно, чтобы все подключились в единый мозг, в единое сознание на Земле. Вот главное, что нужно сейчас прямо делать. И если этого не наступит, то... Ну что может еще наступить? Ну ядерная, да, зима там после атомной войны. Ну еще что-то. Вы что думаете, что... Вот я обращаюсь к политикам. Вы чего-то выиграете в своих подземных городах? Или что? Да ничего. Ну, наступит конец всему. Вы что, не понимаете? Конец будет. Не спасется никто и нигде. Конец, вы понимаете или нет? Где бы вы ни находились, хоть внутри Земли, хоть на Луне, хоть где угодно, все погибнет. Одумайтесь. Есть последние шансы уже, с каждым годом они тают. Поэтому я вот, если бы был главный, я бы сказал, первое это что? Нужно срочно, чтобы все об этом узнали. Всех обучить как можно больше на всей планете. Ликбез. Абсолютный ликбез. На понятном языке для каждого. Хоть для ребенка пигмея, хоть для столичного какого-то супер, да, города. А одинаково. Все должны понимать. Все. Вот что главное сейчас нужно сделать, чтобы подключить всех к единому сознанию. Наступит критическая масса, и эта критическая масса мгновенно начнет работать на всей планете. И тогда начнутся изменения. Вот те самые изменения, границы уходить, языки, да, в единый совмещаться, и представления, и наказания за неправильное поведение, отношение друг к другу мгновенные будут кармические. Ну и многое-многое другое. То есть все, вот что я говорил сегодня, начнет автоматически меняться. Нужна информация. Все. Информация – это власть. Вот здесь она напрямую подтверждает свое первейшее значение. Вот так бы я пока сказал. Всеслав Маркович, скажите, а для того, чтобы люди стали менять свое сознание и жить в новой эре, с чего им нужно начинать? Ну, этот... Вопрос, он практически уже почти был отвечен мною в предыдущем ответе, да.
Я скажу только вот что здесь. С чего начинать? Это уже, наверное, скорее всего, Велиний имеет в виду тех, кто уже как бы знает учение, и вот он работает в нем, да, и развивает себя. То есть не просто информация у него, да, а он знает учение. Ну, для этих я советую только одно. Выбрать главную тему какую-то, и к ней присовокупятся все остальные темы. Выбрать главную. Допустим, он хочет лечить людей, вот его главная задача. Да, он будет лечить, и на основе этого своего состояния развития он будет знать все учение. Вот. А другой, допустим, астральщик, да, он сможет астрально, значит, менять планету, помогать многим там и так далее. Но ради бога, значит, это у него будет главная тема. Третий там политик, да, но политик какой? Энергетический политик, да, умный политик. Естественно, политики уже будут другие по энергиям, а не по деньгам или же корысти, или же подсидки, или же каким-то противоправным действием будут в политику поступать уже другие люди, понимаете, совершенно другие по сознанию, кто умнее, кто правильнее, кто энергетически уравновешенный и глубже понимает мироздание. То есть совсем другая политика будет. Так что я понимаю, сопротивления много, но у вас у всех выбора нет. Или погибнете, или же будете жить дальше. Вот так. Ну, в общем, не хочу никого расстраивать. Я хочу сказать одно. Мира и добра всем, удачи и осознания себя. Это очень важно. Очень важно. Кто-то сегодня, послушавший эту передачу, подумает, ну, что-то там я такое непонятное услышал и постарается забыть скорее о ней. Ну, забыть он вряд ли ее забудет. Я думаю, никогда не забудет. А вот послушавший... Вот в этом он уже молодец, потому что у него уже информация начнет менять его сознание. А кто-то послушает, да, активно начнет сотрудничать, да, начнет предлагать регистрацию новой религии в России и во всем мире, вот данной религии, да, данного учения. Кто-то начнет его продвигать, СМИ начнут везде там говорить об этом и так далее. Вот это будет правильно, это нужно, это необходимо, срочно, прямо сейчас, если вы хотите, чтобы планета осталась жива. Если вы хотите, чтобы на земле наступило Царствие Небесное. Если вы хотите лицезреть Всевышнего, который придет к вам. Кто-то посмотрит и повертит у виска, скажет, какую-то ахинею несет, непонятный, да, человек, а я думаю, что это дурдом ромашек, скажет. Ну и ради бога, пускай он думает, как хочет. Главное, что он услышал эту информацию, и его сознание начнет менять его. Уже будет менять. Если ученый так, ну, какой-то, да, начнет там хохотать или как-то вот, ну, не так воспринимать отрицательно, ну, это тоже его проблема. Но он имеет на это право, у него же другая логика, ее нужно ломать. Он же привык, что физика, адреса, да, физики стабильны, неизменны. А тут вдруг надо понять и принять, что все это меняется и легко меняется. Ну вот квантовая физика, да, наверняка меня поймет и согласится со мной, скажет, ну что, а вообще-то он прав. Ну и я рассчитываю сейчас на здравый смысл. Давайте останемся в живых. Первая моя книга, которую я выпустил, да, в свет, было «Астральное тело», роман, первый роман, да. Он ввел в состояние учения, которое я принес на Землю. А дальше еще была книга «Остаться в живых», от названия которой оттолкнулись и американцы там программу телевизионную создали, и вот по всему миру остаться в живых, понимаете? То есть хорошее очень название, да, понравилось. Но самое главное, вот сейчас, чтобы оно понравилось, давайте останемся в живых на Земле.